отзыв о комбат-туре на плато Путорана. Очень понравилось. Я сюда приехал, так сказать, скидывать ответственность на свой день рождения. Я думал, где отметить день рождения, не придумал ничего лучше, как отметить свой день рождения в компании очень хороших, интересных ребят. Вот. Езжу с ними не первый раз, был на регатах, был на Камчатке, что очень зашло, это был мой первый тур. И мне безумно нравится компания, мне очень нравится, что тут, так сказать, товарищи постарше, уже без ветра в голове, с которыми интересно даже в таком моем юном возрасте взаимодействовать. Вот. У нас тут всякий трекинг происходит, у нас очень интересные гиды. У нас очень хорошая база, вот, где даже душ есть. Мы находимся в 4 часах плава от Норильска. Вот. Программа интересная. Ребята тут все не воздушные, так сказать, а и бизнесом занимаются, и рассказывают какие-то интересности из жизни. Вот. Делятся чем-то сокровенным, что не может не радовать. Вот. Потому что таких искренних тусовок, ну, достаточно мало я встречал. Что могу еще сказать? У нас есть великолепный фотограф и великолепные организаторы, которые скрашивают наш быт, делают профессиональные фотографии. Каждый вечер есть какая-то такая, так сказать, своя программа, которая не дает заскучать, и большинство ребят тут даже не спят толком, потому что постоянно есть чем заняться, о чем пообщаться, вот, потусить. Поэтому мне безумно нравится. Вот, я, так сказать, стараюсь стать постоянником данных туров, но, к сожалению, много работы, вот, много всяких задач по своему основному бизнесу. Поэтому вот стараюсь заглядывать и со всеми коммуницировать. Очень доволен.